Сергей сегодня прошел вечер бокса в Берлине, и как бы твой боксер был одним из главных героев этого вечера. Ну, да, мне сегодня боксировал двое боксеров. Один наш из Берлина, Роман Акуев, который четвертый бой одержал победу убедительную. Хорошо боксировал довольно-таки. И чемпион Европы по версии ВБА Роман Шкарупа из Харькова, который нокаутировал во втором раунде до этого непобедимого боксера из Германии, Хатеми Элвиса. И, в общем, это было для многих большой неожиданностью. Ну, в общем-то, мы понимали, что он должен выиграть. Мы к этому готовились. И, слава богу, выиграл. Мы с Романом сделали большое интервью. Он сказал, что был, в принципе, с самого начала перед боем нацелен на удар. Ну, да, мы планируем, что он выиграет нокаутом. Выиграет, как бы, досрочно. Потому что надо было показать себя еще раз. Он так выиграл себя от Европы, тоже нокаутировал француза. И здесь он нокаутировал, очень сильно, кстати, нокаутировал для этого идущую без поражений немецкого боксера. Поэтому у нас это был один из шансов. Он был готов во всем бою по очкам выигрывать. У нас была своя поставленная задача. И его задача справился. То есть был интересный бой и интересная концовка. Какие теперь цели с Романом дальше? Мы хотим следующему титулу провести. У него он боксировал лет раз 5-6 за титул. И у него есть некоторые титулы, чемпион Европы, у него был чемпион Польши, чемпион мира по версии ТВБА, и мы хотим чемпион мира по версии КБУ, и мы хотим сейчас, ну, предложение, будем смотреть титульный бой, или Европа, или, возможно, даже мир.